Всем привет, я Олеся Кудрявцева и рада видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы с вами находимся на Васильевском острове Art Place для того, чтобы сделать семейную фотосъемку оперной певицы, солистки Мариинского театра, актрисы, народная артистка Осетии Ирмы Гигалашвили, замечательная мама и жена. И сегодня по традиции главными действующими лицами на съемке будут Костик и Софья, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год. Оставайтесь с нами, сегодня будет интересно. Ну, на танцы хожу, и гимнастика вначале. Гимнастику. Расскажи об этом. Тебе нравится танцевать? Ну, да. Мы новые танцы учим. И все дальше идем, и дальше, дальше. Ирма, уже не первый год ты мне доверяешь самое свое драгоценное сокровище своих детей. Да. Мы не первый год делаем с тобой фотосессии. Скажи, пожалуйста, ты это делаешь только для семейного архива, либо все-таки ты, как мама, певица, актриса, уже с раннего возраста приучаешь детей к камере, чтобы они себя свободно чувствовали, были публичными людьми? Этому искусству уже тоже нужно учиться. У меня был такой опыт в детстве. У моего папы был замечательный друг, фотограф. И для нас с сестрой был большой праздник, когда мы приходили к нему в студию, и он нас фотографировал. Это был настоящий праздник, нам это все очень нравилось. И это произошло абсолютно на подсознательном уровне. Я решила, что это будет очень такой опыт и своего рода очень весело. И ты сама знаешь, эти дети... Теперь уже ничего никогда нигде не боятся, и им очень комфортно себя ощущают во всех случаях жизни. И поэтому это само собой, что это остается память, и это очень важно. Вот. И это очень красиво. И почему бы нет, мне нравится. Скажи, пожалуйста, балет. Соня сама выбрала это направление, либо все-таки ты, как мама, ее подтолкнула к прекрасному волшебному миру танцев? Знаешь, это произошло по необходимости, я тебе так скажу. Соня родилась, у нее были немножко ножки неправильно стояли. И нам доктор посоветовал, что помимо массажа было бы хорошо, если бы она еще и танцами занималась. Она сейчас втянулась, и ей нравится, и они участвуют в разных мероприятиях, конкурсах, фестивалях. И ей тоже, безусловно, нравится на сцене находиться, и это и у нее очень легко получается все, что она делает. Я не знаю, как это будет в дальнейшем и насколько это примет какие-то серьезные профессиональные формы, но это, безусловно, очень полезно для опорно-двигательного аппарата и для общего развития Сониного. Пока ей нравится, мы этим будем заниматься, а дальше уже как она захочет. Ирма, задатки у Костика, великого актера, видно невооруженным взглядом. Ты, как мама, хотела бы для Костика, для будущего мужчины, карьеру актера? Уже поживший много лет, как говорится, в этом бизнесе, я бы лично не хотела, конечно, но все почему-то говорят о Костиных каких-то талантах и способностях. Я как мама этого пока не вижу нигде, ни в одном месте, кроме того, что он дурака валяет и дурачится, и это очень любит, и у него прекрасно получается, да, играть на нервах, на струнах родителей, да, это он, безусловно, очень любит. Но это пока детство, я не знаю, во что это выльется. У меня такой подход. Главное вложить в детей все самое лучшее, что у нас есть, и попытаться из них вырастить адекватных, нормальных людей. Уже выбор профессии – это, знаешь, такая история побочная в этой жизни, я считаю. Если ты состоялся в жизни как личность, как человек, кем бы ты ни стал, и какую бы профессию ты ни выбрал, если тебе комфортно в этом находиться, и тебе это нравится, ну, кем бы ты ни занимался, ты будешь счастливым человеком. Это я так думаю. На Костик, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом. Для этого мне придется стать сначала пилотом. Mm-hmm.
Ирмочка, спасибо тебе огромное за доверие, за твоих прекрасных детей. Я думаю, что у нас в будущем с тобой еще не один проект совместный вместе с Костиком, с Соней. И спасибо за твои ответы.